В жизни Уфы мосты занимают особое место. Они во многом предопределили историю развития города. Всякий мост работает настолько эффективно, насколько прочны его колонны и несущие конструкции. Вместе с тем, успех в любом начинании определяют идея, видение и мотивация. Именно так и была образована компания «Мебель Берт», ранее известная как «Форст Мебель». Предприятие берет свое начало в 1996 году и предлагает полный комплекс услуг. Консультации по выбору материалов, замер помещения, индивидуальный дизайн-проект, доставка и установка мебели. Когда «Мебель Берт» только начинал свой путь, освоение всех тонкостей работы с деревом шло опытным путем. Развитию компании сопутствовали увлеченность творческим процессом и стремление к самосовершенствованию в каждом из сотрудников. С самых первых дней в компании сложилось четкое видение, какой именно должна быть мебель – простой и интуитивной в использовании. Это видение дало свои плоды. За свою 20-летнюю историю предприятие представило проектные решения как для частных клиентов, так и для крупных заказчиков. География проектов «Мебель Берт» выходит далеко за пределы Республики Башкортостан. Сегодня компания объединяет целый штат высококвалифицированных профессионалов, занятых в самых разнообразных направлениях. В портфолио представлены мебель для дома, офиса, УФ-печать и дизайнерские изделия из дерева. Оптимальное использование ресурсов лежит в основе всех рабочих процессов. Именно поэтому предприятие реализовало офисную концепцию «Открытое пространство». В этой атмосфере коллеги свободно делятся идеями и находят новые решения. У каждого сотрудника появляется возможность представить свой творческий замысел. Основной принцип успешной работы в нашей компании – командный. Каждый специалист вносит свой вклад в общее дело, и тогда получается реализовывать самые смелые и интересные проекты. Я ценю в наших сотрудниках такие качества, как любовь к своему делу, саморазвитие и целеустремленность. В нашем понимании хорошая мебель должна иметь свое предназначение. Важно, чтобы клиент при обращении к нам получал желаемое. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Вместе с тем, высокая квалификация персонала – лишь одна сторона уравнения, что, в свою очередь, важно для клиентов при выборе мебели. Прежде всего, она должна быть практичной, комфортной и долговечной. В стремлении наиболее полно отвечать пожеланиям потребителей, в компании «Мебель Берт» пошли на шаг дальше. Изделия для интерьера изготавливаются с учетом индивидуальных размеров клиента. Посетители могут быть уверены, что при обращении в «Мебель Берт» им окажут теплый прием. Сотрудники расскажут о специфике производства, покажут студийные образцы и рассчитают смету с учетом бюджета покупателя. Выставочный зал органично сочетается с общим рабочим пространством. Клиенты смогут понаблюдать за компьютерным моделированием задолго до изготовления и сборки. Для работы дизайнера самое главное – хороший итоговый результат, когда клиент остается доволен своей мебелью или интерьером. Это очень приятно слышать потом положительные отзывы, которые вдохновляют нас двигаться дальше. Работая с клиентом, важно показать все возможности нашей компании и весь ассортимент материалов, с которыми мы работаем, чтобы предоставить человеку выбор. Так как мы изготавливаем мебель по индивидуальным проектам, это позволяет мне, как дизайнеру, раскрыть весь свой творческий потенциал. Опытные специалисты помогут определиться с выбором материалов и комплектующих для интерьера. У компании в этом направлении накоплен обширный опыт. Для обработки материалов используются передовые высокоточные станки немецкого и итальянского производства. Самые сложные операции выполняет обрабатывающий центр ЧПУ. Это, во-первых, позволяет минимизировать зависимость качества продукции от конкретного исполнителя, во-вторых, расширяет возможности воплощения самых необычных и смелых дизайнерских идей.
Для ускорения процесса обработки простых форм задействован форматно-раскроечный станок последнего поколения. Он позволяет быстро и качественно выпускать несложные прямоугольные детали мебельных изделий, а также снизить себестоимость производства. Современный мембранный вакуумный пресс – самое важное средство для достижения качественной, эстетичной поверхности лицевой части фасадов. Индивидуализм компании выражается и на стадиях производства, поскольку станки изготовлены в Европе по специальному заказу. Предприятие всегда следит за современными направлениями развития технических устройств и при необходимости производит их замену или внедрение. В промежутках между обновлением оборудования постоянно и кропотливо идет работа по совершенствованию имеющихся технологий. Здесь можно отметить так называемый вторичный технологический фактор. Сюда относится постоянный поиск и использование новых технологичных инструментов, современных материалов, повышение квалификации кадрового состава, производительности основных и вспомогательных операций. Мебель Берт развивается с каждым новым проектом, придавая ему неповторимые черты. Но главное в компании остается неизменным. Верность сложившимся традициям и открытость новым веяниям в архитектуре. Мебель Берт – одно из первых в Уфе предприятий, которое изготавливает мебель в стиле параметризма. В современной архитектуре параметризм – авангардное направление с использованием комплексных компьютерных алгоритмов моделирования. Плавные линии сливаются в единое творческое целое. Параметризм получил широкое распространение в Северной Америке, Азии и странах Западной Европы. Таким образом, освоение новых технологий является одним из самых приоритетных направлений предприятия. В планах компании запустить полномасштабное производство умной мебели, используемой для оптимизации пространства в доме и офисе. Мебель Берт верит в умные решения для интерьера, обеспечивающие комфорт и интуитивность в использовании.